это традиционное блюдо французской кухни. Мидии варят в вине, чтобы открылись раковины, затем подают с соусом из образовавшихся соков. Отличный рецепт изысканной закуски. Если вы до сих пор покупаете маринованные мидии без раковин, настоятельно рекомендую попробовать хотя бы один раз приготовить их в раковинах. Мидии подают как аперитив перед основным, а также к вину. Такое блюдо порадует гурманов и ценителей вкусной еды. 1. Вымойте мидии, выложите их в миску с соленой водой и оставьте на 15 минут. Переложите мидии в сотейник и залейте их вином. 2. Накройте сотейник крышкой и доведите до кипения, затем варите 5-7 минут. 3. Аккуратно переложите мидии в миску, удалите те, что не открылись. Перелейте образовавшуюся жидкость в стакан. 4. В сковороде растопите сливочное масло и обжарьте в течение нескольких минут нарезанный лук. Затем добавьте измельченный чеснок и готовьте 30-60 секунд. 5. Добавьте в сковороду муку, перемешайте и влейте 0,5 стакана жидкости из-под мидий. Варите до образования консистенции соуса, по мере необходимости доливайте оставшуюся жидкость. 6. Смешайте готовый соус с измельченной петрушкой и мидиями, подавайте их сразу. Приятного аппетита!